14 лет назад в школе Беслана после торжественной линейки, знаменующей начало учебного года, вместо праздничной музыки прозвучали автоматные очереди. Жестокость террористов была просто безграничной. 334 человека погибли в результате теракта. 186 из них – дети. Об этом трагическом событии и сегодня вспоминают по всей России. По всей нашей огромной стране в начале сентября собираются люди, чтобы почтить память жертв Бесланской трагедии. На Кубани также не забывают об этом. Гражданская акция «Свеча памяти» прошла и в нашем городе около памятника Суворову на набережной. Память о погибших почтили минутой молчания. В их честь зажгли специальные лампадки. Студенты, общественники, просто неравнодушные люди, участники акции считают, что трагедия никогда не должна повториться. Студенты и много школьников пришли сюда на набережную поставить свечи, дабы почтить память погибшим в теракте в Беслане. 14 лет назад погибли совершенно невиновные люди, дети, которые могли еще жить и жить очень хорошей жизнью, а теперь они не могут выучиться ни на кого, не могут найти работу, потому что их просто-напросто нету. Я считаю, что надо не забывать об этом, не совершать ошибок, которые мы совершали раньше. У нас на Кубани проживает более 100 народов, и мы должны дружить, и тогда не будет террористических актов. В этот день вспоминают и о тех правоохранителях, кто погиб, защищая детей, вспоминают жертв других террористических актов. Подобные трагедии должны остаться в прошлом. Именно для этого приходят люди на акции и не забывают о героях и невинных жертвах терактов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».